Всем привет, друзья, с вами Серж. Конец света будет в 2021 году. Рассмотрим топ-7 предсказаний Нострадамуса на 2021 год. По всей вероятности, человечеству все же удастся выжить. Но какой ценой? Пандемия коронавируса, война в отдельных регионах, убийства, массовые забастовки, глобальный экономический кризис. И это еще не все, что случилось в 2020 году. Многим может показаться, что мир находится буквально на краю пропасти и коллапс неизбежен. Однако знаменитые маги и провидцы отмечают, что серьезные испытания, уготованные человечеству, еще впереди. До начала 2022 года остается чуть меньше 2 месяцев. Что нас ждет в конце 2021 года? Есть ли шанс, что в ближайшем будущем ситуация стабилизируется? Ответы на эти важные вопросы обывателю не представляются возможным. Поэтому сегодня мы вспомним о топ-7 пророчествах великого Нострадамуса. Массовый голод. Живший еще в 16 веке известный ученый-алхимик отмечал, что 21 век характеризуются бедствиями мирового масштаба. И первое из них – массовый голод. На фоне тяжелых болезней, застоя в экономике и экологических катастроф, люди будут сильно измотаны. Отсутствие работы лишь усугубит их положение, а потому не минуем тот час, когда население просто начнет вымирать. Солнечные бури. Согласно предсказаниям Нострадамуса, в 2021 году людям предстоит пережить мощные солнечные бури. Алхимик полагал, что после них планета еще долго будет восстанавливаться. «Мы увидим, как вода поднимается, а Земля скрывается под ней», — говорилось в пророчестве. В результате люди начнут мигрировать в более безопасные районы. Начнется борьба за ресурсы и большая война. Захват мусульманами Европы. Среди прочего, Нострадамус предсказывал и полное порабощение мусульманами европейских стран. Напоминает Утро.ру. Кроме того, велика вероятность резкого упадка демографии в данных регионах. Вполне возможно, что рост коренного населения в Европе навсегда прекратится. Столкновение с астероидом. О конце света в результате падения огромного астероида на Землю говорили многие известные пророки, в том числе Ванга. Однако Нострадамус уверен, что произойдет это именно в 2021 году. В небе человек увидит огонь и длинный след искр, завещал алхимик. Удивительно, но согласно официальным заявлениям НАСА, в ближайшие месяцы астероид под названием 2009 KF1 действительно приблизится к нашей планете на критическое расстояние. Если верить прогнозам, произошло это 6 мая 2021 года. Землетрясение разрушит Калифорнию. Не обойдут бедствия и США. Нострадамус считал, что штат Калифорния обречен на гибель. Исходя из трактовок его текстов, данная местность будет стерта с лица планеты разрушительным землетрясением. Военные щипами и зомби-апокалипсис. А эти пункты в свете последних событий уже не кажутся наивными и фантастическими. Совершенно недавно американский миллиардер Илон Маск представил уникальные чипы для вживления в мозг человека. Мало того, удачный эксперимент уже был проведен на свинье. В своих же предсказаниях Нострадамус заявил, что уже в 2021 году чипы будут вживлены едва ли не в каждого американского солдата. Собственно, и первые человека-роботы, по мнению прорицателя, появятся именно в США. Правда, здесь алхимик подвесил интригу. Велика вероятность, что именно эти сверхсильные люди смогут спасти планету от конца света. Если ждешь конец света в 2021 году, то поставь лайк, подпишись на мой канал. С вами был Серж, до новых встреч!